композиция для флейты и фортепиано, которую исполнит Артем Зонзен, флейта, и лауреат всероссийского конкурса Олеся Абрамитова, фортепиано. Thank you.
Алексей Шмурак. А время идет для фортепиано. Исполняет лауреат всероссийского конкурса Сергей Чайкин. Композиторов Красноярска, коренных сибиряков Владимира Пономарева.
активного участника музыкальной жизни не только сибирского региона, но и общероссийских фестивалей и конкурсов. Сочинения композитора звучат в городах края, в центральных городах России и за рубежом. Стихира для скрипки соло исполняет Артем Литвинов.